В Югре завершается навигация. Речь идет о пассажирских перевозках. В настоящее время уже закрыли маршруты до Нижневартовского, Березовского и Белоярского районов. Сейчас действует 11 маршрутов, которые проходят по территориям Октябрьского, Кандинского и Ханты-Мансийского районов. Эти рейсы выполняют 15 пассажирских теплоходов. Но и эти маршруты закроют скоро, уже к началу ноября. За весь период навигации в Югре работали 38 пассажирских маршрутов. Они охватывают Югру, а также Ямал. В этом году выполнено более 8 тысяч рейсов, за которые перевезли свыше 350 тысяч человек. Кроме того, пока не открыли зимники, пассажиров будут развозить сюда на воздушной подушке. Планируем перевозки пассажиров по 4 маршрутам. Ханты-Мансийск-Кышык, Ханты-Мансийск-Пыря, Ханты-Мансийск-Нярин и Ханты-Мансийск-Троица, как и в предыдущие годы. Будут работать 3 теплохода, 2 югорских, теплоход «Назым». В период с 23 ноября по 25 декабря.